Здравствуйте, наши дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! В этом видео мы покажем вам актеров и не актеров сериала «Доверенные». Мы поговорим о первой серии сюрпризов. В популярном телесериале «Доверенные» есть и актерский состав, и удачная игра. Актеров. Благодаря этому его теперь любят и видят в разных странах мира. Ты думал, какие первые серии актеров запирают вас на экране? Мертвых? Это ваша первая серия или есть предымонет? Да, сегодня мы представляем вам первую серию, в которой актеры любимого нами сериала вошли в телеиндустрию. Мы собираемся представить. Если вы готовы, давайте начнем. Мели Хаска и ее первый актерский опыт был «Ер», «Небесная любовь». «Я жил» сериалом. Гюльдерен Гюлер. Впервые она начала сниматься в телесериале «Аскви и Мави». Гулай Оздем. Он никогда не снимался в сериалах или фильмах «Доэмонет», что было его первой актерской карьерой. Это сериал, который вы пережили. Волкан Йылдырым с другой стороны дебютировал в сериале «Плохая дорога». Осман Айдин. Первый актерский опыт красавец получил в сериале «Сделано в Турции». Полумесяц звезды. Первая серия актера, хорошо играющего свою плохую роль при удачном исполнении. Доверенная. Талга Панчароглу. Его первым актерским опытом стал Бехзатча. Все началось с телесериала «Энька детектив». Дерья Агус. Свой первый актерский опыт он получил, участвуя в рекламе Кока-Колы. Наслаждайтесь Гурканом. Первый актерский опыт красавица получила в телесериале «Кара Севда». Сила Туркоглу. Эманитин Сёхери получила свой первый актерский опыт в телесериале «Аглама». Н. Персонаж Ямана в сериале – первая серия красивого актера Халила Ибрагима Джейхана. Уважаемые подписчики, поставив лайк видео и подписавшись на канал, чтобы видео достигло большей аудитории, мы просим вас поддержать нас. Спасибо за просмотр. Заботиться. До свидания.